Сегодня в 7 часов 20 минут утра, уже сильно засветло в нижнем городе трудовой доблести Тагиле, на перекрестке улицы Юности с Ленинградским проспектом, пожилая гонщица учинила триединый замес и атаковала белый автобус. Ну, правда, не совсем по своей воле, но атаковала. Декорация такая. Раннее утро, вторник, доблестный рабочий Путинград готовится к началу трудовых подвигов. В это время по улице юности катился Хюндай, пилотируемый 63-летней дамой со стажем вождения 3 года. Ну то есть пенсионерка, на старости лет сдала на права и в 60 стала автопилоткой. И за это ее можно похвалить. А можно и сказать, что хорошо, что она не присела за руль в 20, иначе бы она, наверное, давно уже убилась бы. Ибо бабуля, почувствовавшая болит, оказалась лютой гонщицей. По данным ГАИ, 63-летняя рулевая за прошлый коронакрысиный год, нафаршированный ограничениями, и за этот очень сильно неполный год, пять раз попадалась гаишникам на нарушениях ПДД. И все пять раз, прикиньте, за скорость. Ну вот такая судьба человека. 60 лет женщина жила пешком и вдруг решила ускориться. Ну, чтобы, видимо, куда-то успеть. Вот и сегодня утром эта лихая 63-летняя гонщица по юности подъехала к перекрестку с Ленинградкой и затеяла повернуть налево. Дама три года за рулем, и она, конечно же, знала, что должна при повороте пропустить весь встречный прямоходящий поток. И она остановилась, и несколько секунд подождала. За ней успел пристроиться в поворот белый пазик 55-го номера сообщением «Железнодорожный вокзал, площадь танкостроителей» и все бы в это утро были живы и здоровы, если бы у 63-летней гонщицы не дрогнули нервы. Позже она пояснила гаишникам, что вполне себе видела перед собой несущуюся приору, но рискнула повернуть перед ней, надеясь на то, что успеет проскочить. Ну, гонщица. То есть это было осмысленное движение влево. Ну, не знаю, на сколько километров в час она превышала скорость в тех пяти случаях, но в этот раз гонщицей она оказалась никакой. Проскочить не то, что не успела, а даже и не близко. Непонятно, как она рассчитывала этот проскок, но судя по картинке с уличной камеры, все было очень тормознуто. Хотя для женщины, ну тем более для 63-летней женщины, наверное, нормуль. Пилот первой встречной приоры, как видно, попытался увернуться в бок, но поехал в ту же сторону, что и Hyundai, и забодал его в правое крыло. При ударе Hyundai крутанула, и он вкатился в центр левого бока 55-го автобуса, в котором ранним утром ехали 6 человек, и все уцелели. Равно как и не очень высокоскоростная гонщица, виновница замеса. Единственной пострадавшей в ДТП оказалась 34-летняя пассажирка Приоры, то есть человек максимально невиновный в столкновении, от которого вообще ничего не зависело. Очевидно, что она была не обременена, и головой распаутинила лобовуху. У нее медики диагностировали закрытую ЧМТ и сотряс, ушибленную рану лба и заподозрили перелом лучевой косточки. Но это не точно, это гипотеза. Для проверки последней и для излечения потрясенной головы даму госпитализировали в Тагильскую клинику.